Так, всем привет, Порукас, город, который никогда не просыпается, это Зайцев послание, то, из чего не получила Зайцев, в смысле, самая популярная нано-программа в марийском политическом сегменте Телеграм, и не только Телеграм. Итак, о чем мы, как обычно? Технологи Юрия Зайцева в Рио, главы Республики Мариэл, не устают отправлять нам послание, они отправляют нам послание в виде видосов. И мы разбираем три последних видоса. Вот сейчас у нас, кажется, набежало три. Там было два с ПМФ, но они вообще были ни о чем. Там было такое вообще уныние и отстой. Там встреча с Файзулиным, это министр строительства, и еще там что-то, какая-то живанина вообще. Парадоксально, что человек поехал на ПМФ, не имея толком представления о том, что такое, что из себя представляет республика. С одной стороны, многие могут пенять ему на это, я имею в виду Юрия Зайцева. А с другой стороны, знаете, ну, а вот смелость города берет. Вот я лично его... Ну, а кто его осудит за это? Ну, молодец, хоть поехал. Омский губернатор, он вообще не поехал. Свалил в отпуск. Ну, потому что успехов нет никаких. Поэтому такое. Поэтому два видоса с ПМФ мы выкидываем. И давайте сразу к веселому. Не будем сегодня растекаться мыслью по древу. Пилет Шпайрем. Пилет Шпайрем. Великий праздник. Как уж мы без этого. Итак. Пилет Шпайрем. Видео вот такое. С праздником вас. Дорогие жители республики, гости. Давайте я вот еще вот так вот сделаю, наверное. О, класс, вот так. К сожалению, извините, вот не могу на марийском пока ответить, но обещаю, что базовый курс я пройду точно. Слушайте, вот дорогие это друзья, неплохо. Вот это неплохо. Он человек, который извне, он немножко извиняется за то, что он извне. И то, что он не местный и не мари. Ну, или, по крайней мере, языка не знает. Это нормально, это нечто новое, потому что, ну, не знаю, там, при кислом такой вопрос не стоял. Лёлик Маркел, ну, точно ему было на это вообще барбер, ну, в смысле, плевать по-татарски было. Евстифей, ну, Евстифей, молодец, короче. Я поздравляю вас с этим праздником. Очень светлый праздник, очень жизнерадостный. Полотенце. Смотрите, да, попеняли мы ему. Молодец, слушай, чувак. Попеняли мы ему, что он чернорубашечник. Начал одеваться в нормальные рубахи. И полотенце с национальным узором. Наверное, такой торжественно народный. Все-таки народный. Я старый вы солдат, не знаю слов любви. В национальной одежде. Очень красиво. О, класс, карты. Мне кажется, класс. Что это действительно праздник, наверное, дружбы, праздник единения всех морей. И, кстати, недаром он отмечается именно после весенних посевных работ. Ой, ну вот тут, конечно, перегиб пошел. Ну что значит, этот весенний даром отмечается после весенних посевных работ? Ну, у многих народов праздник есть окончание посевной. Ну, все-таки что далеко ходить за примером? Сабантуй тот же самый. Ну ладно, расчувствовался чувак, экзотики не видел. Он, возможно, для него это экзотика. Потому что в Калмыкии нет, может, праздника какого-то там этого окончания посевной. То есть все расцветает. Зарождается новая жизнь. Я принял решение сделать этот праздник республиканским и сделать его официальным праздником. Ну, нормально, нормально. Хороший ход. Здесь я вас поздравляю, да. Дорогие мои, уважаемые мои друзья. Жители. Ну и все, жванинка пошла, расчувствовалась. Так, давайте так вот это пока это самое сделаем. Ну, это лучшее из всего, что выдали на данный момент эти самые криворукие чмопиздроклы, которых мы знаем как технологов Зайцева, нанятых великим технологом Григорием Казанковым по 3 рубля пучок в Белгородчине. Нормально. Ну, то есть тут видите хотя бы, вот видно там, ну, тут там жванина дальше пошла. Вот видите, вот я уже сколько вам говорю, а он все еще там бе-бе-бе-бе-бе-бе.
титры написали, молодцы, красавцы. То есть вот это вот из народного видео, это, пожалуй, лучшее, что ими сделано на данный момент. Еще, конечно, страшно далеки они от народа, но... Да, сорян было, ты же назад не могу пройти мимо. День медицинского работника был. Кстати, поздравляю всех медицинских работников. Ну, действительно, профессия, спасающая жизнь. Юрий Викторович обнародовал нам свою официальную фотографию. Вот на фоне, значит, мне кажется, я как бы сразу хочу сказать, ничего не утверждаю, но мне вначале показалось, что это фотошоп, и просто он там где-то в Калмыкии у себя сфоткался, и второй вот этот вот медведя-урода имени Маркелова ему туда врезали, чтобы вот не было хотя бы чуваку, была какая-то фотка. Вот, котлы опять видим, да, неполиткорректные какие-то там торчат, медведь вот этот вот провальный, но фотка забавная, поздравил, молодец, выражение лица такое ехидное, красавчик, ништяк. Так, это у нас итоги недели традиционные, вот в цуровском формате, окей, смотрим. А, я не включил это. Бля, как мне вот из вас эти каперкаты выбивать? Как, знаете, помните, это был знаменитый, не знаю, кто слышал, кто нет, знаменитая установка Назарова на матч Бориса с Авангардом, когда Назаров тренировал Борис, когда он говорил, ну как мне из вас эту высшую лигу выбивать? Вот это вот, как мне выбивать из вас, белгородских дуралеев, вот это вот итоги недели в красном... Пиндец. Ладно, реконструкция мостов опять начали с какой-то херотени. Ну, к счастью, видос всего 15 секунд. Реконструкция мостов, наверное, она как-то на связанность влияет. Но давайте опять же смотрим, какие темы будут следом, да? Подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Чувашия. Это вот, кстати, тот самый видос, который мы не стали смотреть. Тоже... или в прошлый раз смотрели. Ну, такое, подписал. В рамках ПМФ встретился с представителями марийского землячества. Вот ништяк. Ну, кстати, ништяк, на самом деле, молодец, потому что реально, да, а чё бы не встречаться с представителями Марии в других регионах. Я, кстати, напоминаю, что есть огромный нереализованный потенциал вообще роста, ну, не влияния, а просто нормальных взаимоотношений. Это Башкирия. В Башкортостане вторая по численности марийская община после самой Мариэл. Газпром опять этот жуют межрегионгаз. Ладно. Ну, в общем, такой унылый функционал, короче говоря. Сейчас наверняка Файзулин, вот Ирик Энверович, друг наш, встретился. Да, ничего хорошего не было. А, ну и прежде парим отправить. Ой, короче, так. Как-то раз студенты купили канту-проститутку. Ну, как бы можно... было в те времена, и, значит, прошло какое-то там сутки, и пара закончилась, сидят студенты, он все закончил, там вещи собирают, студенты сидят, не расходятся. Что-то думает, а что ж такое? А, говорит, вы, говорит, наверное, хотите спросить, как все прошло, как это? Да, как ваши впечатления? Уныло и однообразно, сказал великий философ Кант. Вот уныло и однообразно – это лучшее, что можно сказать о такого рода видосах, которые клепают нам белгородские недотехнологи, или откуда они там, вологдагдинские. Так, ладно, все, финал. Так, блогер наш так и не стал миллиардником, 10999, подкручивает, но без озлобления. Совещание с членами правительства, кайфный видос, тоже смотрим квадрат. Тоже смотрим, нет, значит, никакого... Вот, слушайте, я, кстати, знаете, что хочу сказать? Вот все эти члены правительства, которые никогда нигде не показывались, и тут их начинают светить. Ой, я... Обсудили поручение по итогам ПМФ. Так-с. Доклад СУР. Этот бедный чел СУР, я не знаю, как его зовут, блин. Он такой, как бы, видимо, титульный. Он вообще чувствуется там, отдувается за всех и вся. И пиджачок у нас кургузы, и галстучек у нас несуразный, и заколка у нас из 1992 года. Положительная динамика по количеству жалоб жителей на состояние дорог и благоустройства. Сука, двор до крыля 17 сделай, положительная динамика у тебя. Ну, это наш артист балета, да, он, видимо, внимает докладу Цура.
строительство новых домов для переселения людей, проект идет... Мне нравится вот этот стилек марийский, вот этот вот разухабистые пиджачки и галстуки с рынка за 3 рубля. Вот такой, оба-оба, посмотрел чувак в сторону. Поручил более тщательно проработать... Ой, господи, ну ты тут поручил более тщательно проработать тему, такие баянища, короче. Проблема распространения борщевика. Баян, баянов. Да, слушайте, это борщевик, да, ну это мы все знаем, что это борщевик, это в каждой редакции, когда нехер делать, да, идут, снимают в телеке, да, идут, снимают о том, что борщевик вот-вот захватит Россию. Дежурный сюжет, так сказать. Но это вообще, это, да, это когда рофл возведенный в абсолют. Ладно, все, значит, заканчиваем. Это, видимо, человек-борщевик. Человек-борщевик. Контроль за выполнением поручений. Ладно, хоть не контроль за борщевиком буду осуществлять лично. Ну вот, да, до Хармутля. Вот он дошла, дорогие Елташ-флаг. Вот такая, короче, у нас нынче картина по Digital APM великого кандидата Зайцева. Что сказать? Ну, если бы не Пеледыш по РМ, то уныло и однообразно. Все, Чверн, Елташ-флаг, увидимся, давайте. На связи, спасибо, что смотрите. До свидания.